Манчестер Юнайтед установил рекорд английской премьер-лиги. Красные дьяволы одержали 300 побед в выездных матчах. Юбилей состоялся в рамках отложенного 17-го тура АПЛ. Брентфорд принимал гостей из Манчестера. Первая половина игры прошла на равных курсах. Основные события развернулись во втором тайме. На 55-й минуте Энтони Эланга, получив пас от Фреда, виртуозно укротил мяч и переиграл вратаря. Через 7 минут Мейсон Гринвуд закрепил успех. Бруно Фернандеш не пожадничал и поделился возможностью отличиться. Вдохновенная игра монтунианцев привела и к третьему голу. Капитан команды передал мяч Маркусу Решфорду, и нападающий точно пробил в ближнюю девятку. О том, что Брентфорд не отсиживался в стороне, а ходил в атаку тоже, свидетельствовал четвертый гол в матче, самая концовка игры. Хозяева забили гол престижа. Насыщенной вратарской площади Давида де Хеа, где яблоку негде упасть, мячу деться было некуда, кроме как пересечь линию ворот. В этом эпизоде Айвен Тоуни коснулся снаряда последним. 3-1. Достойная рекорда победа Ман Юнайтед. Но этого мало. В чемпионате красные пока седьмые. Уверенность и новые успехи – залог следующих достижений.